срочно фоточку. Мой красавец. Ай, ты мой молодец. Ну вот это на эту красавцу посмотрите. Ух ты мой красавец. Давай. Ай, ты мой молодец. Мой красавчик. Сейчас побегаем. Сразу к ракурсов. А ну сейчас звук камазовский. В туннеле. Ну сейчас. Ох. Как рычит, а? А вы еще там про какой-то АМГ говорите. Вот КамАЗ тема. Ну что, всем привет, еще один рейс. С вами Рифат Камазит, селям алейкум, всем привет. Короче, в первый раз в жизни я везу груз. Да, груз. И еще и в салоне. Я убрал сиденье, чтобы не испачкать. А так получилось, что все не влезло. У отца кузов чуть шире, отец всегда работает на этом как бы объекте. И, собственно, у него все влазит. Из-за того, что вот эти 10-15 сантиметров у него решают. Да, вот. Теперь я еду, вот у меня сильно вправо клонит. Как-то так груз загрузили, что вот, превосходствует правая сторона. И меня чуть перекосило. Мне это очень не нравится, напрягает сильно. Но попробуем поехать аккуратненько и посмотрим, как оно будет себя вести, все это дело. Вот, тоннаж прилично чувствуется, что аж КамАЗ чуть прыгает. Ну, прыгает, потому что у меня водительская сторона, колесо, походу, потихонечку сдувается. Блин, надо менять, а передок, как обычно, ну, обычно ставят новые колеса на передок. Сюда они ставятся бэушкой и все остальное. Вот. Первый раз везу, конечно, груз, тахограф включил, да, поэтому буду видеть свою скорость. Сейчас четвертую включим. Я медленно еду, я пока пристреливаюсь, присматриваюсь, как груз себя будет вести, как он себя покажет. Так что вот такой вот новый рейс. Едем в Саки, город Саки. Везем Опаловку. Вот, везем Опаловку. И загрузили мы, конечно, конкретно. Я увязался тоже конкретно. Едем по Евпаторийскому шоссе. Вроде бы груз еще адекватный, нормальный. А, так, блин, подожди. Вот это что за движок, а? Зачем так делать? А, мне нравится то, что у нас пишут скорость, и он довольно-таки крупными цифрами. А, но кто устанавливал, он, короче, поставил ее ровно по торпеде. Меня это, честно говоря, не устраивает, потому что экран, хотя за эти деньги могли бы нормальный экран поставить, вообще его могли бы симпатичнее сделать. Ну ладно, что есть, то есть. Его поставили ровно по торпеде, тот, кто устанавливал, мужичок. И получается экран отсвечивает, даже если я против солнца еду. Или на встречность постоянно, ну короче, он пересвечивает, надо вот вправо склоняться мне, чтобы его хоть как-то видно было. Кстати, это у нас большой слева метро, оптовый торговый центр. Так вот, мне его надо, наверное, будет повернуть чуть-чуть. Вот буквально к водителю на сантиметр-два, может, вот так вот. Чтобы четче видно было все это дело. Вот, его надо будет повернуть, потому что спидометр работает. Так, как вы знаете, что у меня мой спидометр не работает. То есть хочет работать, хочет не работать, короче, по желанию. Вот, его надо будет повернуть, чтобы скорость была видна. А, спидометр не работает у КамАЗа по одним из причин. У нее чуть непонятная такая дурная система в коробке. Там, короче, как-то они зажимаются, эти износ появляется. То есть, по сути, это получается, надо постоянно его поджимать, чуть бы не коробку снимать, чтобы постоянно у тебя спидометр работал. Я не знаю, зачем такую систему придумать. Она какая-то там непонятна, в интернете загуглите, там реально дурацкая система в коробке. И она, по-моему, электрическая идет с завода. Так, едем в Саки. Саки — это довольно-таки старый такой город, очень-очень старый, древний, можно сказать. И ну, в нем очень маленькое население, то есть там что-то я вот, если не ошибаюсь, там 24 там, ну, и выше тысяч жителей. То есть там, где я проживаю, в селах, да, у нас, ну как, Симферопольский район. То есть у нас же даже вот в этом районе
больше населения, чуть ли не в два раза, чем в городе Саки. Сам город Саки и пляж, да, море, мне больше нравится, чем та же Алуша. Намного. То есть сам пляж, он такой более, и вода чище, адекватно. То есть там, ну, нет такого населения, чтобы канализация вся в воду шла, а в Алуше же все воду отправляют. Ну, то есть долго объяснять, вот те, кто не местные, они все равно будут, вот это же Алуш, это город там такой знаменитый, туда и сюда. Да нифига подобного. Я лучше бы в Саки поехал, чем в этот, чем в Алуш. У нас Симферопольский аэропорт. Вот такая вот красота. Его и правда красиво сделали. Куча машин, куча такси, значит, люди ездят. Даже в такое время, когда не лето, включил, навигатор включил. Потому что дорога, это я знал, просто здесь очень много ремонта идет по дороге. И чтобы не запутаться в этих всех развилках, сейчас же трассу устроят. И дорога, конечно, вообще. Это вот здесь у нас взлетные полосы. То есть прямо здесь иногда бывает такое, что видишь, самолет взлетает. И такое тоже бывает. Вот, это у нас Симферопольский туннель. Под полосами аэропорта. Дорога здесь, конечно, блин, желает лучшего. А ну сейчас звук камазовский в туннеле. Ну сейчас. Ох, как рычит, да? А вы еще там про какую-то АМГ говорите. Вот КамАЗ тема. Так, там впереди что-то стало. Что-то стало. А, нет. Это пробка. Да ладно. Да, он по навигатору пробку показывает. Вон, давай правый поедем. И края у нас же рейсов не было. Здесь дорога сейчас убитая, но ее ремонтируют, Тавриду делают. Вот сейчас у нас зеленый горит, вот мы можем ехать. Потом мы не можем ехать. Красный. Вот сейчас у тех красный забирается. И вот у нас такая вот пробочка образовывается. Дорогу здесь пилят, новую пытаются делать, ну пусть делают, это хорошо. Давно пора в этих местах, и расширить ее давно пора, потому что летом столько туристов, такие пробки здесь гигантские. В Евпаторию, можно сказать, от Симферополя начинается. Вышли на адекватную дорогу, более-менее на новую. Саки 25 километров, у нас 26 пишет по навигатору. Хотя вот давай, 25, нет, 26. Ну ладно, 27, да. Ну хорошо. Пока вот едем, я вам там приеду, покажу КамАЗик, мамазик. Кстати, хочу вам подметить такой момент, что город Саки — это довольно-таки в 21 веке развивающийся город в плане инвалидов-колясочников. Он очень практически весь, он оборудован вот эти вот заездами, пандусы, по-моему, называются они. Вот, он практически оборудован полностью ими. И получается, этот город, он развивается именно как для инвалидов-колясочников, ну и в общем инвалидов. Сака — очень знаменитые грязевые лечения, вот эти грязевые ванны и что такое. Вообще грязь там типа якобы лечебная, и это очень довольно-таки древний город, где вот первый там 1800, я вот в интернете прочитал, в 1827 году первый был, по-моему, грязевой, но там именно вот лечебная как идет. Вот. Ну, для лечения город. Вообще город классный. Как бы. Ну и в самом городе я не гулял, может, там тоже особо ничего современного такого нету, как он был в СССР, наверное, в 1920 году перед войной, таким он и остался. То есть его не дорабатывали, ничего там. Ну, что-то строится, вот я вот везу, что-то по чуть-чуть строится, понемногу. Но, честно, мне Саки больше нравится, чем Алуш, что в плане моря — это 100%. Во-первых, там всегда теплее, там закат. Закат очень красивый. Если в Алуше рассвет, классно, реально в Алуше классно рассвет встречать. Не знаю, если живешь где-то там, у тебя балкон и вот это на вид на море, ну, с видом на море и закат, я не знаю, рассвет. Я не знаю, что может быть лучше. Это реально такая красота. У нас был видео примерно, но там не было рассвета прям, потому что мы чуть поздно. Хотя, в принципе, именно рассвет практически.
попали. А, вот, ну, чуть-чуть бы раньше приехали, попали бы 100%. Это вот видео, типа, купил дом в Майами, туда-сюда, с приколами. Это первое видео мои, по-моему, первое видео заснято на камеру Sony. Вы можете найти видео моих. Вот, так же обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, подписывайтесь, увидите там куча видео. В Саки мы еще не ездили. На Камазе, вот вам такой ролик про камазиста. Я не знаю, просто еще никто замечаний не делал вообще насчет дальнобоя. Я знаю, что я не могу назвать себя дальнобоем, потому что дальнобой — это на дальнюю дистанцию. То есть там тоже Краснодар уже поехать, уже как дальнобой считается. Я как бы согласен ездить на такие дальние дистанции, если будет платить, если КамАЗ мой осилит. Ну, для этого, мне кажется, уже лучше поднакопить, купить какую-нибудь старенькую, даже тоже старенькую какую-то иномарку, может, новую иномарку, вообще желательно новую, и ездить на дальняк. На КамАЗе, конечно, уже не то, не те времена, чтобы ездить на дальняк. По месту мне нравится то, что ты по месту работаешь, и ты постоянно дома, ты всегда с семьей, как бы, вообще не напрягаешься, не напрягаешься в этом плане. Кстати, вот там на карте дальше видно, походу, какая-то пробочка. Наверное, из-за светофора, скорее всего. И опять ремонт дороги. Ну, едем потихонечку в наш старый курортный город Саки. Те, кто с материка мне смотрит и хотят приехать в Крым отдыхать, я вам советую туда заехать, довольно-таки неплохое, в интернете прочитайте. Саки. Ну, вот Саки и Фатори, вот этот дикий пляж, я не знаю, это вот у меня с детства еще. Может, кому-то он покажется грязным, например, по сравнению с Алушей, да, в Алуше камни, не так сильно много грязи. А там как бы песок, такой, ну, как бы желтоватый песочек, такой песочный получается. Ну, камни тоже есть. Ну, именно сам пляж, он такой бомбовский прям. Именно для отдыха вообще классно. Ну, там часто ветрено, правда. Так, у нас ремонт дороги впереди. Сейчас как-то будем обижать. Ну вот и все, дорога хорошая закончилась. Так что дальше мы страдаем по этим ямам и разбитым дорогам. И истребитель летит, вон он. Учение, походу. Тут постоянно такое. Кстати, груз вроде бы на месте, вон он летит. А, да нет. Дорога ужас, просто нереально. Меня все обгоняют. Меня или как 50 едут. Все злятся, даже буры. А я не могу из-за этого... долбанного груза, он у меня такой, блин, так, честно говоря, вообще ни о чем. Закрепили, лишь бы не улетел он, блин. Жесть. Я здесь постоянно прыгаю, блин. Дорога просто ужас, но это слов нет. Посмотрите на это. Вправо, влево, вверх, вниз. Я же вам говорил, смотрите, вот вам Саки, и вон там вот закат, красиво просто. Я вам говорю, город реально с закатом, такая красота. Ну, город, как я и говорил, старенький, желает лучшего. Сейчас расскажу, куда мы привезли, я вот так спросил у людей, расскажу вам, что за объект. Сейчас воздух накачаем и стартуем. Дорогие мои друзья, как вы думаете, стоит ли мне поехать на закат? Вот я сейчас пока буду ехать думать. Вот такие бочки у них здесь. Сразу покажу, что сейчас бы забыл бы. Вон они, бочки. И Лада Приора. Так, пищи, что мы без карты. Ну, извините, карту еще нам не дали. А успею ли я на закат к морю? Тут, в принципе, осталось и понты. И вот я сейчас думаю, стоит ли, не стоит. Быстренько к морю, на закат поехать. Как сделать, точно не могу вам сказать. Вот кто он такой еще будет писать? Давайте, наверное, попробуем. Или, блин, уже все, закат, уже солнце село. Капец. Сейчас что-нибудь придумаю. Вот у нас озеро. Точно не помню, Сиваш на крымско-татарском, если я не ошибаюсь. Пусть меня поправят люди.
Так, вроде бы камеру настроил. Не знаю, надеюсь, что все четко. Вот закат, облака. Очень красиво, надеюсь, я успею. Уже солнце село, и мне вообще домой в другую сторону. Это вот Саки. Вот слева от нас город Саки. Здесь такая ровненькая дорога, широкая. Сзади новый Ка-5 едет. Прикольный, мне очень нравится он с виду. Симпотный. Вот. У нас такое место. Значит, я был на таком объекте, где строят такую штучку. Как вам так правильно сказать? Блин. Короче, дожди будут собираться в эти емкости, и она будет очищаться. То есть дождевая вода. Не морская, а дождевая, хоть у нас здесь рядом и морская, и озеро. Но они, короче, каким-то образом будут это делать. Каким образом они это будут делать, я без понятия. Может, они меня вообще надурили. Так, подождите, я посмотрю камеру. Пишет, не пишет. Камера пишет. Вот у нас закат, это реально Евпатория, Саки. Это очень красивый закат в этих городах. Вот, особенно от дикого пляжа открывается закат на вид, с видом на этот, как он называется, на город Евпатория. Город Евпатория очень древний, старый город. Я точно не помню историческое название, потому что Евпатория — это современное название. Здесь у нас какая-то станция, походу, электрическая, скорее всего. Ну, возможно. Блин, надо немного, давайте ускоримся. Сколько мы там? 62 едем. Давайте до 70 хотя бы. Ускоримся, чтобы посмотреть на закат. Вот какой закат у нас красивый. И походу, мои дорогие друзья, я не успеваю на пляж, на море. Я не успею. А что вы тормозите? А, здесь камера. Ну мы едем-то 80. 70, алё, гараж. 90 ехать можно, вы что делаете? Они взяли, скинули до 60. Вы что делаете? Даже 70 было написано. 70 плюс 20. 90. Ну, а мы что, 60? Сколько? 65 едем. Так, надо завтра будет порядок наводить. Там все эти стропы собирать надо. Так. Версо, что-то написано. По дороге очень много забегаловок. Ты вот это проезжаешь, запах в нос прям бьет. Вот это шашлыка, прям невозможно ехать. Да, мы, дорогие мои друзья, не успели. Там впереди, за горизонтом, у нас вода, море. Полтава, Крым, санаторий. Итак, дорогие мои друзья, мы не успели. Закат солнца уже спряталось. Виднеется сдалека море. Сейчас попробуем подъехать поближе. Я вам постараюсь показать. Это, говорю, кайф у тех работ. Вон где грузовики стоят, где база какая-то. Прямо на берегу себе устроились. Чисто по кайфу. Особенно летом будет вообще. Чтобы каждый день на море ходишь, да и все. Вот вам и закат. КамАЗ на закате. Я еще думал КамАЗ фоткать на закате, а? Мечтаю, мечтаю, Рифат, на закате сфоткаться. Просто так сюда не приедешь. Видите, где вода даже? Обалдеть, да? Прикольно? Вода даже здесь. Мы можем поехать дальше, проехать такое место, где будет и справа, и слева вода. Как вон такое. Не знаю, из-за травы, камышей будет это видно, нет? Вот здесь строится, постоянно строится, строится. Даже здесь ничего этого не было, когда мы были маленькими. Но с каждым годом. Блин, ветер какой еще, что ли? Прям аж сдувает с дороги. У нас аквапарк здесь. Аквапарк, да. Мне бы поворот вот этот налево не прозевать. Где можно припарковаться. Малиновый закат, или как там? Малиновый рассвет, не рассвет, закат. Вон вода, видно вам, нет? Воду, блин, через, я уверен, что через Соньку не видно. Так, давайте ускоримся. Камера 50, у нас там 72, нормально. Блин, ну вот буквально на минут
30, ну на полчаса бы назад. Ой, какой бы закат был бы шикарный. Вы представляете, какая красота была. Вот ради вас еду вообще в другую сторону. Одно дело на легковушке, другое дело на грузовике. Здесь опять что-то строят. Каждый раз что-то строят. Мне кажется, здесь потом живого места даже не будет. Так, у нас здесь направо. Направо. Мы перестроились. Направо. Так. Понять бы, где у нас поворот налево. А что, здесь нельзя налево? Да ладно. Как нам налево попасть? Вот оно море. Вот вам закат. Ай, блин, красота. Как нам теперь туда поехать? Налево. Блин. Я так точно не успею. Я думал там стоять на парковочке. Какую фотку сделать ярую. Капец. Так, аварийку. Так, сейчас попробуем заехать, дорогие друзья, по сплошным. Никогда такого не повторяйте, пожалуйста. Никогда так нельзя делать. Хорошо? Сейчас мы заедем. Опа! Опа! Прям к морю. Вот, блин, закат. Прозевали мы с вами закат. Капец. Что ты будешь делать? Ё-моё, я думал, такая красота будет. О, у нас еще и шторм. У нас на море приехали. Ничего страшного. Сейчас мы еще так постараемся красиво встать, чтобы именно покрасить и не провалиться в море. Вот так вот. Красиво, красиво, согласен. Так, опа, наш красавчик. Кстати, диодные эти перегорают потихонечку. Вот это красота, блин, надо срочно фоточку. Срочно фоточку. Так, давайте сейчас отойдем. X2 формат. Мой красавец. Ай, ты мой молодец. Ну вот это на эту красавцу посмотрите. Ух ты, мой красавец. Давай. Ай, ты мой молодец. Мой красавчик. Сейчас побегаем. Сразу к ракурсов. С разных ракурсов. Ну, на ширик. Хотя прикольно смотрится. Ну, так, по приколу чисто сфоткаем. Слушайте, а даже очень ничего так смотрится. Так, с разных ракурсов. Борта у меня шумят, потому что без заднего борта. Без заднего борта. Как он такой? Ух ты. Все, все, братан, не шуми. Кто вам из дальнобойщиков все такое покажет, а? Так, лишь бы не задувало, я одел эту кипку. Мне кажется, в прошлом году, кстати, сюда приезжали купаться. Так, главное в море его не уронить. Ну, штормит. Ну, не, сейчас что-то, блин, я приехал, мне показалось, хуже будет. Не, нормально. Нормально. Вот так вот. Вот море, вот там саки. Вот на закате, вон, от того угла, если видно, не видно на камере, город идет целый. Это Евпатория. Классно, да? Я вам говорю, здесь такой крутяк, особенно летом сюда приезжать. Сюда можно смело на ночевку. Этот пляж лучше, чем в Алуште. Я вам говорю, здесь круто. Опа, уточка. Уточка! Салам алейкум! Подписывайся на канал Рифат КамАЗ. Так, меня никто не видит, а то мне стыдно стоять. Я говорю, так кричу. Уточка! Иди сюда. Идем. Куда ты уплываешь? Капец холодно. Ты что там плаваешь? Выходи оттуда. Вот вам пляж. Кто-то вдалеке гуляет.
Опа, я думал, это гроза, оказывается, это истребитель. Его не видно. Блин, какая же красота. Капец, я... Вы представляете, по-моему, в этом году я первый раз на море. Или не, я в Алужском был. Я уже не помню. Блин, красиво. Машина сюда едет не вовремя. А, здесь волны поменьше. Тягач. Леха, Наташа. Леха, Наташа, если вы смотрите, не пишите больше такое. Видели, да? Сюда что-то спускается. А еще для чего это? Напишите, я даже не в курсе. Так, туда мы прыгать точно не будем. А, туда вода лишняя попадает или наоборот, оттуда вода лишняя сюда идет. Ну а фиг его знает, что там мост стоит вообще. Может, когда-то функционирует. Я хрен его знаю. Короче, вот такой вот рейс. Дорогие мои друзья, было очень приятно вам такое показать. Ставьте лайки, подписывайтесь. И было ли вам интересно? Пишите комментарии. Вот такой вид. Идем к КамАЗику. Я с вами, наверное, на этой ноте буду прощаться. Не буду я затягивать этот ролик. Вот ради вас приехал сюда. Ну, я по работе. Ну, мне домой в другую сторону. А, мой КамАЗик. А, мой милашка. Посмотрите, какая грязь. Это все я буду отмывать. Всех целую. Главное, чтобы я не забыл. Я иногда могу что-то сказать, потом забыть про это сказать. А потом намонтирую, когда монтирую, удаляют. Так что, и кстати, когда вы смотрите, никогда не перематывайте. И всегда смотрите, чтобы такие моменты не прозевать. Там мы точно не будем заезжать. Это точно. Я встать точно не хочу, чтобы не звонить, потом бежать этому тягачу, который номер свой там оставил. Надеюсь, он хоть полноприводный. Или такой же камазяка, как и я. Так. Все, у нас здесь есть пирожные. Одно пирожное съем маленькое. Вкусное. Пепси выпью и поеду. А вы смотрите, какое море красивое. Все, всем пока. Всем спасибо за внимание.